мы продолжаем. Наверное, вы уже все обратили внимание, когда, да, у нас была презентация, мы рассказывали, что будет в этом часе, вы обратили внимание на Наташу. Вот это платье Сюзанны, конечно, покорило уже и всех наших сотрудниц, между прочим, да, на телеканале «Дисконт», и, конечно, меня тоже. Я в восторге. 1290 рублей за такое качественное платье. Я, вот, честно говоря, я давно не видела таких моделей, фактически авторское, стильное, дизайнерское платье Сюзанна, 87800 номер лота, и уже у нас цена снижена до минимума, но, к сожалению, у нас именно этот товар ограничен. Мы договорились с поставщиком, что чуть-чуть нам, да, его все-таки привезут, но, к сожалению, да, я говорю, в нескольких размерах осталось буквально по несколько моделей. 1290 рублей, Наташ, ты уже рассматриваешь детали, да? Конечно, потому что здесь это очень важно. Во-первых, мы с тобой сразу должны отметить, что это платье, хотя называется, но да, рубашечный крой. Угу. Потрясающая правильная длина и оформление бедра позволяет нам еще это платье как тунику. Вот я для себя выбрала как раз такой вариант. Я как раз сегодня создала себе очень интересный сет с нашими леггинсами с вчерашнего дня. И обязательно покажу вам это на подиуме. Ну а пока давайте рассмотрим крупные детали. И самая главная деталь — это у нас с тобой ткань. Очень интересная у нас с тобой фактура ткани. Между прочим, это лавсан. Но если вы сейчас смотрите внимательно, вы говорите, какой Наташа лавсан? Чем ты говоришь? Это же лен. Давайте рассмотрим. У нас действительно фактура льна повторена, да, абсолютно идеально. Льняные ощущения. Однако, посмотрите, какие возможности дарит нам лавсан. Во-первых, декоративность потрясающая. Очень красивые переплетения тканей. Переплетение форматное. И в каждой клеточке свое переплетение. Посмотрите, плоское переплетение, немножечко на фланель похожее вот здесь в темных квадратах. А в квадрате светлом и в квадрате синим, а в моем случае в черном, там четко льняное переплетение, мы видим льняную фактуру ткани, поэтому богатейший, рельефный у нас с тобой материал получился, фантастически смотрится, и главное, держит форму. Вот за что я люблю такие плотные ткани лавсановые, за то, что форму держит просто идеально, форму плеча, форму бедра, прилегание груди, все максимально правильно, очень красивая зона ворота, все обсудим. Однако, сейчас мы видим сразу два цвета, этим, да, давайте похвастаем, сразу выберем себе цвет черный, у меня классический сочетание черно-белая клетка и вариант синий такой темно-синий, тоже красивый, темный, очень красивый, очень нежный, мягкий, чуть более строгая версия у меня черно-белая, поэтому выбрать вам придется. Ну и посмотрите, у нас есть вам очень интересные еще детали. Если мы рассматриваем переднюю полочку изделия, то, конечно, давай обратим внимание на пуговичную планку. Пуговичный ряд у нас с тобой самый что ни есть функциональный, не очень глубокая зона декольте, но как раз в меру, чтобы немножечко взгляды сюда обратить. Посмотрите, мы делаем это очень аккуратно, деликатно, однако делаем. Ну, естественно, зона воротничка. Воротничок у нас с тобой отложной, классический рубашечный воротничок. И кокетка. И вот давай кокетку немножечко с тобой рассмотрим по спинке. Посмотрите, как выбран рисунок. А рисунок клетка очень сложный. И здесь у нас с тобой крой клетки, крой ткани по косой сделан. А здесь по прямой, по нити основы. И получается очень интересный рисунок, который пересекается в зоне как раз кокетки. Совершенно потрясающе это сделано. Мне очень нравится такая деталь. Она смотрится невероятно декоративно. Ну что ж, а у нас тем временем просто тают размеры на глазах. Уже за несколько минут продано 46 вот таких платьев. Ну и, между прочим, обратите внимание, что осталось всего три размера. 50-й, 52-й и 54-й. Так вот, вы знаете, давайте поговорим о том, как все-таки правильно выбрать размер. Вот сейчас у нас Люба, это платье демонстрирует как платье, да, но 56-й у нас тоже есть, правда, в ограничении. Вы видите, что у нас светится красным. Так что успейте дозвониться и заказать свой. Ну так вот, на Любе это полноценный платье, а Наташенька наша представляет, да, это платье как тунику. Именно так, потому что возможности абсолютно безграничны, я это люблю. Длина позволяет, крой позволяет и, конечно, совершенно фантастическая клетка, которую мы с тобой тоже знаем, прекрасно работает и как платье, и как туника в сочетании с любыми, кстати, видами и типами брючек в данном случае. Но посмотрите на нашу Любу. У нас здесь размеры очень правильно подобраны. У Любы размер носит 50, и 50 размера у нее туника. Посмотрите, идеальная посадка плеча, четкая линия, достаточно жесткая. А отсюда у нас с тобой и форма совершенно великолепная. Никакого лишнего прилегания по спинке. Вот про это не забываем с вами, девочки, вообще никогда. Эти зоны мы с вами маскируем. Далее смотрим бедро. Бедро у нас также очень важно, не перетянуто. Видите, запас есть. А вот если у нас бедро с вами действительно роскошное, привлекающее внимание, как в моем случае. При моем 52 размере, у меня, между прочим, объем бедра 120, Наташа. Вот в таком случае я беру себе тунику на размер.
размер больше 54 размера. И опять посадка очень правильная, посмотрите, потому что крой свободный с тюльпаном по бедру. Ну что ж, идеально, посмотрите. То есть у нас платье-трансформер, и туника, и платье, и такая блуза, можно ведь с поясом тоже носить. И на каждый день, и на выход настолько идеальное это платье-трансформер. Звоните, заказывайте прямо сейчас, цена снижена уже до минимума. 1290 рублей.